Всем привет! Мы на канале Буран Гараж 35. Это очередной будет бложик. Давно нас не было в эфире. Самоизоляция. Сказали самоизолироваться. Мы самоизолировались. Как-то так. Едем в транспортную получить мотор. Мотор отправили с Якутска. И не поверите. Короче, с Якутска отправили 7 числа, 7 апреля. Сейчас у нас конец мая, и мотор только-только пришел. Полтора месяца везли мотор. Я не знаю, то есть за полтора месяца с Якутска можно этот двигатель, ну, пешком в руках принести, по сути дела. А тут транспортно везет полтора месяца. Скорее всего, голубями через Пакистан и потом по Волге вплавь на веслах вот до нас, до Череповца. Как бы по срокам так примерно так и есть. Ужасно, просто отвратительная работа. Полтора месяца. Это очень долго. Это хорошо, что сейчас лето, что ездить не надо. А так бы, если был сезон, это просто бы ужасно. Нифига мы груз не получили. Даже покажу. Вот такая транспортная компания. Говнище. Блин, это просто ужасно. Нету работников. Нету работника, чтобы выдать груз. Я говорю, давай я сам на склад скажу. И заберу его. Нет, у меня нет работника. Туда-сюда. Вот так вот все, поехал. Сказал, через час позвони. Говорит, через час, говорит, позвони, типа того, что может работник придет и выдаст груз. Блять, нормально вообще. Просто ужасно. Нет слов. Полтора месяца пришел мотор, и то не забрать мотор. Вот так вот. Господи. Ладно. Все, сейчас съезжу еще до металлоприемки. И надо заправить углекислоты баллон. Лежит. Углекислоты качнем еще. И позвоним ему через час. Может. И может быть нам отдадут этот двигатель. В предыдущий раз заезжал на металлоприемку, посмотрел. Есть листочки железа. Двоечка. Такой более-менее хороший. Ну, соответственно, с налетом ржавчинки, но хорошая. Взял два листочка двоечки. И один листочек десятки. И один листочек десятки пригодится. Заправил баллон, как сказал. И получил мотор. Там не видно, но он где-то в багажнике. И сейчас я понял, почему... Ну, почему так долго везли тут это... Это косяк транспортный, да? Ну, может, с Якутска там как раз мы в такой период заказали. Потому что переправы, соответственно, там... Не работали, может быть, да? А сейчас еще с такой проблемой столкнулся, что пришел на склад, показываю накладную, а мне груз не отдают. Говорят, покажи чек об оплате. А так как оплачивал не я, ну, отправитель, то у меня чека нету. У его программы не работает. Господи, думаю, ну сколько косяков. За один день и столько сразу негатива от этой транспортной компании. Ну а сейчас понял, этот парнишка пришел сюда директором только-только, буквально там, ну, неделю директором. И поэтому у его хаос, грубо говоря, работников нету на данный момент пока что. Так вот и получается. Программы не работают, никого нету, но он и документы оформляет, он и груз принимает, он и груз и отдает. Один бедолага, забегавший, такой, наверное, пообщался, нормальный парень. Итак, парни, все, мотор на базе, привезли, и получается у нас стоит этот мотор надо перебрать, это у нас Якутск. Вот там мотор, это мотор в Сямжу будет. Привезли снова Линкса, тут получается, это который, на котором я делал подвеску и амортики, получается, на мотор перетряхнуть, потому что снегоход был куплен в этом сезоне,
Неизвестно, что там с мотором. Вроде бы и едет, заводится, но немножко есть стучок от левого цилиндра, поэтому надо перетряхнуть его. И привезли еще квадрик на ремонт. Тоже это у нас Stealth 800 GT Max инжекторный. Но тут проблема, мотор все работает идеально. Короче, понижайка вылетает. То есть, скорее всего, хозяин сказал, конечно, тягами он уже тут поднастраивал. Это ручной стартер я снял. Тягами он поднастраивал. И все равно вылетает. То есть, скорее всего, не скорее всего, она вскрыть мотор и отдефектовать коробку. И получается тут еще с этим стелсом у нас сейчас как вам объяснить. То есть он слишком. Ну вот если так смотреть на него, да, то есть давайте вот так подставлю. Подставочки нет. То есть сейчас он стоит так, а должен он быть вот так стоять. То есть. А если я на него еще сажусь, он вообще бросается. Как я думаю, или амортики. Вот так должно быть. Жопа нормальная, жопа высоко стоит, а морда как бы клюнула. Или амортики поджаты, пружины слишком слабо. То есть накрутить можно немножко жесткости пружин, преднатяга дать. И он должен подняться. Или же просто-напросто один амортик не работает. И поэтому, как бы, ну, по сути дела, тут вниз у нас пружина держит. Но все равно амортизатор сколько-то тоже должен держать. Вот, как-то так. Работы вагон. Не успеваю ничего делать. Еще с этими, как бы, я парень-то с деревни, поэтому надо садить еще огороды. Но огороды в этот год, конец мая, и огороды еще не посажены, ничего не пахано. Потому что все идут дожди. Идут дожди, и поэтому просидел неделю в деревне, две недели в деревне, ничего не делал. Потом приехал сюда и привалило работы, что сейчас надо все делать. Вот. И заодно, пока тут была самоизоляция, так скажем, не сидел на месте, сделал две печки. Это в баню печка, то есть с подставкой под бак. Осталось мне сюда сделать ящик, ну, под камни ящик, дверка, как бы все такое, печка с зольником. И на ручку все пристали ко мне, что я приварил сюда кусок арматуры. Все пристали ко мне, что арматура некрасивая. Вот купил вот такие две пружинки, сюда сделаю пружиночку. Вот так, если ручку сделаешь, не открывается дверь. То есть, ну, не хватает. Уголок гнется и не открыть дверь. Вот так будет пружинка. Ну, пружинка будет посимпатевее. И она не будет греться. Ну, и так не будет греться. Одну печку делал парням в гараж. Только не успел этот сам. Не успел приехать, они без меня забрали ее. Хотел тоже показать. Вот. А эта печка знакомым в баню будет. Знакомым в баню. Все, здесь труба. Труба точно такая же, как и у меня. Только что у меня еще экранчики сделаны для конверсии. 426 труба получается. Водопроводная она идет или газовая. Стенка 9 миллиметров, спереди и сзади 10-миллиметровая, дверка 5 миллиметров, плюс экран 3 миллиметра. Здесь 50 уголок, обноска, труба 130 с переходом на нержу. Попросили так сделать, на нержу. Здесь заслонка, заслоночка, ну и зольный ящик. Двоечка. Ну, стенка такая же, как и здесь, пятерка. Чисто так, для общей гаммы. Печка покрасится в черный цвет. Красочка вот стоит. Ту печку, я говорю, которую парни забрали, она уже была покрашена. В черный цвет покрасится, будет презентабельного вида. Красивенько, четенько. Как не хуже, чем в магазинах продаются. Ну, в магазинах-то продаются такие же. То же самое, парни. Маленькое производство в гаражах делают, варят печки. Ну, то есть, эта печка не хуже будет. Так,
Да. А, длина. Длина получается здесь 750. Ну, 75 сантиметров, да? То есть предостаточно. Можно сделать, ну, кому-то там может это обратиться. В принципе, одну печку в месяц могу делать. Одну печку в месяц могу делать. Можно делать, короче, 60 сантиметров, по длине любую, до метра. Там, в принципе. Вот, как-то так. Все, сейчас. Сейчас он выставил, надо немножко выгнуть железягу на каменку. Доделать печку, вытащить ее на улицу, затопить, чтобы обгорело все лишнее. Масло, смазка, не смазка, краска, ржавчина выгорела маленько. Потом обезжирить и покрасить. Позвонить хозяину данного агрегата и пусть забирают. А, и не сказал, стоит буран. Буран, это у нас... Ну, хозяин сам с Мурманска, но снегоход будет здесь, в Черепе. Он все готов. Готов давно, стоит полгода. Полгода забрать не могут. Поэтому пообещался забрать на следующей неделе. На следующей неделе. Но что-то думаю, что не заберет. И простоит он еще месяц. Поэтому его... Сейчас парни с прицепом приедут. Ну, увезли печку на прицепе, увезли в гараж. Освободят прицеп. Закинем в прицеп его и... Увезем в другой гараж, потому что он мешает. Хозяину говорил уже не один раз, но что сделать? Не забирать. Следующий день. Вчера позанимался, сделал каменку на печку. И все, она практически готова. Осталось приводить петельки, чтобы вот здесь сверху открывался. Клиент, конечно, просит, чтобы дверку сделать вот здесь, но если делать вот так, то она узкая получается, то есть не остается места под камнем. Но если и делать буду, то вот так, как начерчено маркером, с таким изгибом. Две петельки здесь будут и будет нормально открываться. Так, и начал раздевать квадрик. Ту сторону уже снял. А, и бурана нету, кстати. Появилось место, вот это нормальная тема. Эту сторону разобрал. И проблема, сейчас покажу, это откручивание облицовок. То есть сделано все красиво, да, то есть не болтиков здесь нету, все болтики закладные внутри, но как бы тут все открутилось, все нормально. Остается, мне надо снять вот эту панель, да, остается вот здесь болт один, получается, да. И его не выкрутить. И с той стороны я не мог выкрутить. И получается раз, два, три закладные, чтобы от заднего крыла открутить саму подножку. Так вот, болты все заржавели, которые-то не откручиваются. Да? Пойдемте, наверное, так. И получается, чтобы их снять, ну там болгаркой не подлезть, не отрезать их, да? То есть просто-напросто берем сверлышко и в торец вот так отсверливаем эту закладную. То есть, ну, портится болтик, соответственно, портится, да, но лучше так, чем ломать крепление или что-то делать. По-другому, ну, я думаю, что не сделать. Погреть не погреешь, потому что все пластмасса. ВД-шкой пробовал заливать, вот стоит уже полчаса, ВД-шкой залито, нифига не этот самый, не отходит. Поэтому только так отсверли. Ничего страшного. Я думаю, что даже внутренний крепеж, лучше бы сделать на вообще не под отвертку, а под внутренний шестигранник. И будет лучше, потому что внутренний шестигранник 100% не обойдется, да? У его ну, внутренний шестигранник, то есть про такой вот шестигранник. Он 100% не обойдется, если даже и заржавеет. Да, будет грязью забиваться отверстие под ключик, но ничего страшного, можно почистить и все. Зато будет в следующий раз, если при каком-то ремонте, будет все откручиваться. Будет колхозненько, да, не как, так скажем, не оригинальный крепеж, но это будет лучше. На мой взгляд.
все, отсверливаю, остается 3 отсверлить. Получается, с той стороны я отсверливал 3, 5, 3, 5, и тут 3, остальное все открутилось. Эти штучки сами закладные, можно купить, они подойдут от автомобиля. Вот, как-то вот так. Но сделано все нормально, то есть вездеход, как бы, ну, это линейка Stealth 800 Max GT, да, то есть это флагман у них, наверное. Ну, как бы, лонговая версия, длинная, и никакого крепежа, ничего не видно. То есть все без щелочек, все красиво. Насчет этого, да, сделано. Сделано лучше. Ну, лучше, чем, например, если сравнивать с 500-ками. 500-ки, они и есть 500-ки. То есть это дешевый вездеход, на котором все сделано простенько. А тут уже, как бы, подзамороченный. Как-то вот так. Ну все. План капкан. Надо сегодня вытащить двигатель, чтобы его завтра разобрать. Заказать запчасти и сдриснуть в деревню. Вот так вот. Следующий день. Вчера маленько поработал и не этот сама. Ну, подразобрал, короче. Получается, вот в таком состоянии сейчас квадрат. Пришлось снять руль, потому что... Ну, надо снять бак. Если бак не снять, не отключить просто-напросто от форсунки провода. То есть по-другому не сделать. Вот. Мотор. Не знаю, на форумах пишут, да, и читал не один раз, что типа там с квадриков мотор можно вытащить, типа, не отключая, ну, не откручивая редукторов переднего и заднего. Но тут вообще, тут мотор, я вот только что его, сейчас он у меня боком стоит, немножко из рамы уже вытащен, и сейчас друг приедет и поможет вынять его, ну, тяжелый мотор, одному плохо вынимает. Вот, я без карданов его еле туда-сюда, он ходит по сантиметру, грубо говоря, и без карданов еле вытащил его, вот так боком поставил. Получается, проще открутить передний редуктор, да? Он у нас на 3 болтиках. И задний редуктор на 3 болтиках. Пока откручивал задний редуктор, ну, я заметил уже до этого, то есть задний редуктор у нас держался на одном болту. Остальные крепежи, вот они, уши, то есть оторваны все будет. Это тоже надо будет все восстановить. И сзади пришлось, сейчас он стоит у меня на тубуреточке, сзади пришлось снять амортики, потому что амортики не дают хода для, чтобы сдвинуть задний редуктор назад. Все, то есть проще так сделать, чем мучиться. Ну, в одного это не сделал, может, вдвоем бы это и получилось, да, как бы не... так скажем, не откручивая редукторов и сдвинуть, как бы кардан один бы подтащил назад, другой вперед, и мотор пошевелить, может быть, карданы бы и вышли, но нет, в одного это не сделать. Все, сейчас вынимаем движитель с этого агрегата и начнем разбирать. И думаю, что сниму видосик отдельный, уже на нормальную камеру, по ремонту мотора, а именно, получается, пониженная передача, замене дефектовки и замене шестеренок. Как-то так, да. Думаю, что будет видосик. Мотор я разобрал. Даже верстака не хватило, чтобы разложить квадромотор. Ну, на весь верстак, грубо говоря. И там, и тут. Отдефектовал коробочку. То есть, вся проблема у нас вот в этом вале. Но это уже, парни, будет другая история. А на этом данный бложек будет все. Будем заканчивать. Поэтому...
Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Бурангараж 35», найти ее просто. То же самое вводите в гугле «Бурангараж 35» и найдете нашу группу ВКонтакте. И также есть будут ссылки в описании и в первом прикрепленном комментарии. Все, парни, всем удачи, всем пока, катайтесь, не ломайтесь.